Холода наступили, а значит, пришло время запасаться витаминами. Поэтому поговорим об апельсине, фрукте, который богат витамином С. Уникальные свойства солнечного продукта известны человечеству еще с древних времен. И кроме того, что апельсины очень вкусны, они являются пикантным украшением любого блюда. Сегодня научимся готовить курицу в апельсиновом соусе по-тайски. Для приготовления курицы в апельсиновом соусе нам понадобится 900 граммов филе куриной грудки, 800 граммов апельсинов, 110 граммов пшеничной муки, 1 куриное яйцо, 200 миллилитров растительного масла и столько же воды, 6,5 столовых ложек кукурузного крахмала, 3 столовых ложки сока лимона, 100 миллилитров кетчупа, чайная ложка разрыхлителя для теста, 1 столовая ложка кунжутных семечек, 60 граммов сахара и 2 чайные ложки соли. Сначала вырезаем мякоть апельсинов и перекладываем ее в блендер. Добавляем чайную ложку соли, сахар, 3 столовые ложки лимонного сока, кукурузный крахмал и 100 мл кетчупа. Всю эту массу взбиваем блендером, а затем процеживаем через сито. Отделяя мякоть от жидкости, теперь можно сделать небольшой перерыв, чтобы узнать любопытные факты об апельсинах. Растение появилось в Китае за 2500 лет до нашей эры, когда скрестили мандарин и помело. Помимо витамина С, в апельсинах содержатся витамины А, В1, ПП, а также большое количество калия, магния, фосфора, кальция и железа. Именно апельсин ежегодно занимает первое место в мире по количеству собираемого урожая. Около 85% всех собираемых фруктов идет на производство апельсинового сока. Аромат апельсина занимает третье место среди самых популярных запахов после аромата шоколада и ванили. Возвращаемся к приготовлению курицы в апельсиновом соусе по-тайски. И на этом этапе приступаем к приготовлению теста. Смешиваем муку, 50 граммов кукурузного крахмала, соль, разрыхлитель и 1 куриное яйцо. Добавляем 200 миллилитров воды и взбиваем до получения однородной массы. Нарезанное кусочками куриное филе обваливаем в тесте. В глубокую сковороду наливаем 200 мл растительного масла и доводим его до кипения. Далее закладываем в кипящее масло кусочки куриного филе, обваленные в тесте. Жарим 2-3 минуты на сильном огне. После чего выкладываем мясо на салфетку, чтобы она впитала лишний жир, а масло сливаем. Переливаем в сковороду полученный после процеживания сок апельсинов. Туда же добавляем немного цедры. Выдерживаем 1 минуту на среднем огне. Закладываем мясо и перемешиваем. Осталось выложить на блюдо и подать к столу. Курица в апельсиновом соусе по-тайски готова.